Знаете, всегда касается международных договоренностей, когда это кто-то или сын какого-то депутата, или там дочка какого-то депутата. Да, не имеет права. Если договоренность есть, никто, как говорится, руки положили, договорились, слово должен держать, за слова должен ответить. Ну, это такие вот, как бы, наверное, помните из всех. Это, ничего не меняется, даже если на бумаге не подписано. Но хотелось бы, чтобы это международное право работало не только в отношении детей, депутатов, но и всех русских людей.